коллектив «Отцов России» записались на начальную военную подготовку, которая проходит в дворце «Порт Звездный». Проходим несколько разделов подготовки: огневая подготовка, тактическая, тактическая медицина, физическая подготовка, топографическая, ну и так далее. Сегодня будем отрабатывать приемы выноса раненого бойца с поля боя. Заканчивают уже обучение, то есть на следующей неделе мы будем вручать им сертификаты о прохождении именно начальной военной подготовки. Все эти моменты прописаны у нас на сайте «Северяне. Жизнь героям», то есть там полный перечень есть, и там можно записаться на эти курсы. Там есть подраздел НВП. Все мы люди служившие, как бы имеем все равно навыки еще со времен прохождения военной службы в рядах советской, российской армии. Поэтому сейчас мы, можно сказать, вспоминаем, ну и какие-то все равно новые приемы, там, методы ведения боев, оказания медицинской помощи здесь изучаем. Женщины также записываются, также желают. Магазин снарядили, в рукоятку пистолета вставили. Пистолет повернули четко в направлении мишени. Ну что, огневую подготовку могут пройти и девушки, поэтому раз уж мы оказались здесь, я тоже попробую. Пистолет, кстати, довольно тяжелый. Попробуем. Палец здесь. Здесь, да. Всегда в сторону мишени смотрит. Нет. Предохранитель вот здесь находится. Да, да, то есть, да. Снимайте с предохранителя. Вот. Группа у нас максимально 9 человек на одного инструктора. А возрастные ограничения у нас 18+. Это потому, что в огневую подготовку ходит именно стрельба из гражданского оружия. Тело, конечно, помнит. И автомат разбираем. Также в нормативы укладываемся. Поэтому то, что было получено нам при службе в армии, все здесь как бы только вспоминаем и наращиваем. В тактической медицине очень много появилось различных как бинтов, материалов для оказания помощи. Поэтому это тоже важно. Курсанты тем более прошли армию, вспомнили свои навыки, что-то узнали новое. То есть они молодцы, справляются на пятерке. Раз, два, три. И попал, да?